Во дворах городского округа Люберцы устанавливают детские игровые площадки по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Адресный перечень объектов сформировали сами жители путем голосования. Подробности в сюжете Луизы Гезарян. Одна из губернаторских площадок возводится в поселке Красково на улице Чехова. До окончания установки игровых элементов еще несколько дней, но уже сейчас жители ближайших домов дают оценку проделанной работе. Здесь было заросшее место такое, в принципе, было пару лавочек. И детки кое-где в песочнице игрались, там у нас маленькая такая была. Ну, это не сказать, что была какая-то детская площадка, да, заброшенная. Сейчас это комплекс для отдыха всей семьи. Этот комплекс появился благодаря активности местных жителей. В 2019 году на портале «Добродел» они собрали большое количество голосов и тем самым попали в губернаторский проект. Результат – 450 квадратных метров развлекательной зоны прямо под окнами. Тут еще предстоит работа, и будет здесь резиновое покрытие. Но уже наблюдается контур этой площадки. Это будет замечательная, хорошая, современная площадка. И здесь уже и видеокамера установлена, освещение. Всего в округе появится 5 подобных площадок. 3 в поселке Красково, 2 в Малаховке. Каждая из них присвоена определенная тематика – наука, лес или ранчо. Строительство всех объектов завершится накануне Международного дня защиты детей – 31 мая. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.